Всем приветик! Сегодня получили посылочку с Алиэкспресса с пластинками для ногтей. Ну, то есть для стемпеля. Сейчас я вам покажу, что удалось вырвать. Вот. Значит, все пришло в одном кулечке. О, хорошо, 4 разных хоть прислал, все, что записывал, кажется. Или нет? Нет, да. Так, давайте с вами попробуем. Один. Приготовила все, что надо, чтобы пробовать новые диски. О, кошечки, кошечки. Что ж такое? Сейчас ножом как поддену пол пластиночки снесет. Сплошь неудобства. Шикарно. Пошло, пошло. Ауч. Не поперерезаться еще по мне. Типа чуть-чуть поперерезалась. Ну, шикарно. Это и попроще. Кстати, кто заметил, это аналог Born Pretty китайской. Так. Давайте его. Очистим. Очистим. Вот. Ой. Кстати, лак Russian Secret. Какая-то кошачья шерсть заскочила. Все, не слава богу. Вот так. Уходи, кошачья шерсть. Так. Вот так. Шикарно. Это точно Born Pretty. Ну, китайцы. Походу, это ихние только что-то вроде бракованных каких-то, потому что что-то по качеству вообще не уступают. Давайте вторую половину попробуем. Под мои ногти рисуночек идеально подойдет. Идеально. Так.
другую теперь посмотрим. Лисички, елочки. Кстати, елочки обычно такие полые рисунки плохо переносят. Сейчас посмотрим. Ой, оленя зацепили. Ну, идеально. Идеальные диски просто, ей-богу. За 50 рублей грех не взять. В общем, до идеала нам не надо. В общем-то, цветочки тоже смысла нет показывать. Все отлично работает. Давайте вот эти два захватим. Идеальные диски, просто супер. Ой, ну это я уже криворучка размазала. Так, все это я потом сама потру. И этот диск давайте попробуем вот эти. И лак еще идеально печатающий. Russian Secret Finale 120 номер. Вот так. Вообще супер. Ну, а теперь поближе. Круто, круто. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.